Привет, ребята, еще раз. Все-таки я вам хочу вам показать, как распускается эта иерихонская роза. А то, может, вы не поверите мне. Вот мы сейчас возьмем, берем простое блюдечко, наливаем немножко водички. И смотрите, что будет дальше. Можно немножко сверху ее вот так вот. Начинает оживать.
Чувствуется, да? Еще не вся зазеленела, а сверху уже абсолютно зеленая маленькая туйка практически. Смотрите.